Вітаю вас у студії медіахолдингу відкритий. Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо в Україні. Сьогодні відзначається державне свято, День Конституції України. І попри усі негаразди, ми всі хочемо бути вільною, незалежною і мирною нацією. Звичайно, ж вітаємо усіх вас. І попри те, що ми виснажуємося кожного дня, звісно ж, кожен з нас хоче, хоче бути здоровим і психологічно, і фізично. І саме так ми будемо говорити з гостем, який вже є у нас. Ші студії про фізичне та психологічне особливе виснаження, як же зробити справді собі усі умови для того, щоб почуватися добре. Отож, Павло Сарапін, психотерапевт, сьогодні в нашій студії дуже раді вас бачити і вітати сьогодні. Отож, пане Павло, справді вже триває якийсь час війна. І ми усі кожного дня виснажуємося. Ми розуміємо, що колись десь більше, десь менше, десь все одно. Все одно ми всі чуємо сирени, все одно вибухи і хвилюємося як за своїх близьких, і за себе, і за те, що буде з нашою країною. Чи можливо спрогнозувати на сьогодні, от якщо буде саме такий стан, то що буде з кожним з нас? Очень хороший вопрос. Давайте я постараюсь дати. такой ответ в виде сравнения. У каждого из нас за плечами есть, хотим мы того или не хотим, но опыт любой болезни. И мы знаем, что любая болезнь начинается у нас с критического состояния, когда мы чувствуем, что все-все-все пропало, потом наступает момент, когда мы входим в это состояние болезни и наслаждаемся каждым моментом этого состояния, и потом наступает момент выздоровления. И мы давайте это разобьем наше состояние точно так же на все эти этапы, потому что момент психологических болезней, они точно такие же, же и ПТАПа имеют, как и любая другая болезнь. Так как у нас сейчас война длится уже три месяца, поэтому мы должны говорить, что за вот эти три месяца каждый организм, каждого человека сейчас исчерпал, хотим мы того или не хотим, но исчерпал запас вот этих положительных мыслей, положительных энергий, которые наполня, наполнял каждого из нас, и мы находимся в состоянии вот этого опустошения. У нас закончился момент оптимизма, у нас закончился момент веры в светлое будущее, и мы находимся в состоянии того, что каждый новый день для нас превращается в день сурка, и мы находимся в этом ужасном состоянии, а что же будет дальше? И каждый из нас будет теперь по-разному решать это сложное состояние. Если мы теперь говорим о том, как быстрее выздороветь из этого состояния и как прийти к этому состоянию здоровья, давайте опять же будем вспоминать, как у нас происходит любая болезнь и как мы выздоравливаем и что нам помогает выздоравливать в любой болезни ну прежде всего мы должны вспомнить что момент выздоровления у нас зависит от окружения которое мы себя будем окружать если мы болеем и нас начинают окружать родные близкие люди которые проявляют к нам максимум заботы максимум терпения плюс они создают у нас максимально э, хорошие благоприятные факторы которые наполняют нас Теплотою, заботою, положительними емоціями, ми виздоравлюємо швидше. Якщо ми продовжуємо находиться в там состоянні, адже ухудшаючихся атношені, то ми будемо погружатися в це состояние ще глибше. глубже. Ми ж хронічно захворіємо, так а це взагалі можливо. А з приводу ось такого стану, коли ми знаємо країни, де триває війна роками, так Тот і зра і ось так. І як тоді люди навчилися жити, і навіть в такому стані. Тогда мы опять же должны говорить, что мы должны превратиться в эту кошку, которая воспринимает момент ловли мышей в этом амбаре как момент продолжения своей жизни. Что она живет этой жизнью, и она живет дальше, дальше, дальше. И каждый момент изменяющихся обстоятельств она воспринимает как момент приобретаемого опыта, который делает ее сильнее, лучше, более ловкой и более выживающей. Поэтому каждый человек должен сейчас, исходя из произошедших событий, выбирать этот опыт, и обращать этот опыт себе на пользу то есть что делает нас сильнее нас делает сильнее и лучше приспосабливание поэтому опять же окружайте себя максимально сильными людьми которые видят эту победу которые видят пути на пути к этой победе которые опять же знают точно что нужно сделать в этой конкретной ситуации если мы говорим о механизмах защиты, то опять же буду повторяться, что исключайте моменты неблагоприятных факторов. Если мы опять же сегодня уже вспоминали сирены, которая сейчас звучит в нашем городе несколько раз в день, то мы опять же должны вспоминать хорошую поговорку, что ожидание смерти хуже от самой смерти. Поэтому если вы услышали сирену, вы опять же восприняли эту информацию, но перестаньте находиться в этом состоянии ожидания. Переключите свое внимание на другие дела, займите с другими делами. И самое главное, опять же, перестаньте находиться в этом состоянии сирены, потому что это вас парализует и лишает возможности как раз предпринимать активные действия. Услышали сирену, переключили свое внимание, погрузились в другое информационное пространство. Перестаньте истощать свою нервную систему и перестаньте истощать свое внимание. Лучше всего в этот момент, опять же, запустить какой-то э, звуковой ряд, который будет вас настраивать на положительные эмоции. Желательно, чтобы это была какая-то мажорная музыка или хотя бы какая-нибудь расслабляющая музыка. Если мы говорим, опять же, о информационной нагрузке, то воспринимайте эту информационную нагрузку всегда, опять же, очень дозированно. Помните о том, что когда вас укололи один раз, вы это воспринимаете. Когда вас укололи два раза, вы это еще пока месть воспринимаете. Когда вас укололи много раз, вы перестали это воспринимать. Поэтому, опять же, сейчас есть такая печальная ситуация. Ситуацию, что люди, когда получают даже очень важную информацию, они прекращают критично к ней относиться, и у них утрачивается момент адекватной реакции на эти стрессовые факторы, и они начинают вести себя бесшабашно, угу. и это приводит к еще более тяжелым последствиям, чем они вообще, как говорится, могли бы обойтись без этой информации. Так, да, уже такое игнорование того, что может быть, и оно, конечно же, может привести до к негативным последствиям, наследки в І взагалі не хочеться навіть говорити. Пане Павло, з приводу от вашої професійної діяльності, чи люди зараз стали більше хворіти? Ну, що мається на увазі? Це психологія, психотерапія взагалі ті нервові стани, які зараз є. Я вже повторюсь і опять же, да, буду констатувати, що за ось ці останні три місяці кількість людей, які обращаються за психологічною допомогою, увеличилось. Вам багато Uh -huh. Почему это произошло, мы все понимаем, потому что нагрузки, которые мы испытываем, они уже перевалили рубеж возможно, испытываемых вот этих адекватных нагрузок, и люди просто психологически ломаются. Но это насколько это сложнее вы, вы говорите за вообще про загальную картину? Чи, э... Мы сейчас говорим прежде всего о посттравматических расстройствах, потому что одно дело, когда люди опять же устают в силу того, что они испытывают длительный стресс, а сейчас люди начали испытывать стресс с которым они никогда в жизни не сталкивались и у них отсутствует вообще адекватная реакция и возможность адекватно прореагировать на подобное событие но в обычной жизни мы никогда не сталкиваемся когда у людей отрывают руки ноги когда люди это видят на своих глазах каждый день поэтому они находятся под этим впечатлением плюс опять же люди которые возвращаются из зоны боевых действий они насмотрелись больше чем мы даже можем себе нафантазировать и они ходят с этой болью, и когда они даже пытаются поделиться этой болью, они еще наталкиваются на ситуацию, что даже профессионально пригодные люди не могут себе представить, что такое могло происходить. Очень многие события выходят вообще за рамки, возможно, представления. Скажите, пане Павло, ну, справді, ми зараз тоді находимся в такому дуже кризовому, критичному стані, і якимось чином допомогти кожному з нас... Ну вже треба також використовувати такі ж кризові моменти. От мабуть, працює зараз кризова служба. Ми знаємо, що і в нашому місті, і взагалі в Україні, і до нас приєднуються іноземні от фахівці, які також хотіли би допомогти. Ось саме це може спрацювати, чи є якісь рекомендації? От ви вже багато чого сказали зараз з приводу рекомендацій, як себе поводити і в сирену, і взагалі адекватно реагувати на усе, що нас оточує. Чи є якісь рекомендації, які можуть зараз нам допомогти? От це, ми зараз не будемо говорити про ті служби, які працюють вже з тривалими станами, так а е, ми говоримо зараз про усіх абсолютно мешканців, наприклад, нашого міста. Чим їм можна допомогти, на ваш погляд, як зараз ставитись до себе, до свого майбутнього, до того, з чим нам доводиться зіштовхуватись кожен день? Ну, кожен з нас з дитинства знає, що найкраще, всего самого дитинства нас успокаюють обнімашки. Тобто угу. це ідеальний, оптимальний варіант того, що нас завжди успокаювало і погружало в это состояние віри, щоб и защищенности. Поэтому, если вы хотите, опять же, чтобы все лучше, получалось, обнимайте друг друга. Обнимайте максимально чаще друг друга. Потому что, опять же, во всех даже старых мультфильмах, что э, самая большая беда разделенная пополам, это уже половина беды. И чем чаще мы будем делить вот эти негативные эмоции, тем меньше их будет оставаться. И вот эти негативно разделенные эмоции, они будут давать нам возможность их легче переживать и легче утилизировать. Самое главное, самая такая вот физиологичная реакция, которая будет помогать людям, это вот момент объятий, Потому что это более древний, более универсальный, самый идеальный механизм успокоения. А если еще при этом вы научитесь говорить хорошие слова, это вообще будет идеальное решение. Поэтому, чем чаще вы будете говорить окружающим вас людям хорошие слова, тем будет лучше. Попробуйте себя попрактиковать, станьте перед зеркалом и делайте это самим себе. Проговорите себе с утра хотя бы 20 комплиментов. И эти 20 комплиментов настроят вас на то, что вы проживете этот день значительно лучше. Вспоминайте о том, что так называемая аутогенная тренировка это идеально оптимальный механизм, который опять же даст вам пережить любые стрессовые факторы. И самое главное это опять же видение будущего. Почаще вспоминайте о том, какая у вас ну, цель в жизни. Вспоминайте о том, какой у вас смысл жизни. И воспринимайте вот все происходящие негативные события просто как испытание, которое сделает Вас краще, помогут вам прийти к этому смислу жизни. знаєте, пане Павло, з приводу э, того, як себе краще обійм, обіймати себе і своїх э, близьких, хто там біля вас, так ваші друзі, ваші знайомі, то нас довгий час, э, якраз пандемія і все решта так розділяла. Да. Нам да. сказали ні, в жодному разі не підходьте там півтора-два метри, все. Ви повинні тільки на такому, на такій відстані жити. А тепер, а тепер пандемія ж нікуди не. Не, 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 діж, не, не завершилась. Вона так швидко так, ми знаємо, що зараз також все це є, і треба все одно е, триматися на відстані. Але е, водночас ми хочемо психічний стан свій закріпити, як, мож, як, можна, як можна краще. Так? То як тоді бути? Ми хвилюємося, що можемо захворіти. Давайте тоді, опять же, будемо сравнювати. наше поведение и поведение, может быть, э, глупых, но умных животных. Все животные, которые попадают в состояние стресса, они наоборот кублятся, они сбиваются в кучку, и чем ближе друг к другу они находятся, тем им легче справиться с любыми неблагоприятными факторами внешней среды, будь то с настоящими врагами, будь то с проявлениями природы, которые их окружают. Они начинают согревать друг друга телами, согревают друг друга мыслями, согревают друг друга Душами, і вот эти душі дають вот этот момент надіжди і впевненості в світлому майбутньому. Mm -hmm. Тому Потім ми того чи не хотімо, обнімашки це наше <гум> так, все. Це, це. Дуже до речі, об'єднує людей, і е, зараз, коли кожен може віддати останнє, і ми це знаємо, побачили. Які українці щирі завжди такі були ми. А зараз, коли є біда, то ми справді йдемо один одному назустріч, і це дуже добре. Якщо ми будемо ще обійми, ось такі якісь влаштовувати так короткочасні, тому що ну справді багато знайомих, багато є друзів, яких хочеться обійняти, не залишати на потім. Тобто зараз багато людей зупинилися, зупинилися в якомусь часі. Тобто, ось закінчиться війна. Я кудись там схожу, там чи я поїду, чи я потім зроблю цю справу. І все вони, вони не можуть, а якщо не наступити далі, якщо не буде можливості потім зробити те, що ви хотіли зараз. Давайте тогда опять же вспоминать, что самое страшное в этой жизни – это момент так называемой отсроченной жизни. И если мы наивно думаем, что мы сможем пережить это потом и когда-то, это не наступает никогда. Нужно жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым мгновением этой жизни и понимать, что от того, насколько мы инвестируем вот здесь и сейчас, настолько у нас все хорошо будет в завтра и потом. Ну, знаєте, зараз рекомендують, якщо ви хотіли щось, наприклад, купити, ну не шкодувати на це гроші. Ну, наприклад, так, от чи там не знаю, кудись поїхати там найближчим часом, можливо. Я не знаю зараз, як взагалі багато хто зараз розуміє складну ситуацію, і все робить для того, аби загально в загальному в Україні стабілізувалася обстановка. Але багато чого від нас не так залежить. Тобто від кожного з нас справді залежить багато чого. Але чи можемо ми. З себе, например, небольшой и на ваш взгляд. Давайте, давайте тогда опять же буду говорить, что если мы хотим что-то сделать, мы сначала должны заправить себя энергией. Если опять же, ну хорошо, каждый автомобилист знает, что если он хочет на своем автомобиле куда-то поехать, он должен его заправить. Если он его не заправит, то автомобиль никуда не поедет. Человек такая же машина. Если мы себя забыли заправить положительными чувствами, положительными энергиями, положительными воспоминаниями, и опять же этой дорогой в светлое будущее мы никуда не поедем а основная цель любого живого организма это движение к вот этому светлому будущему и если забрать вот это движение к светлому будущему то вообще смысл жизни пропадает раз и навсегда поэтому я еще раз говорю самое главное это строить вот это светлое будущее может быть даже вопреки всему вопреки всем и еще одни такие очень интересные, важные наблюдения. Если мы сталкиваемся с негативно настроенными людьми, то у нас всегда есть момент переключить эти негативные э, настроения своей вот внутренней энергии Помните о том, что когда вы вдруг начинаете зевать, все вокруг начинают зевать, и ваше внутреннее состояние распространяется. Точно так же, когда у вас хорошее настроение, оно распространяется на все вокруг. Передавайте вот эти хорошие настроения, передавайте свои флюиды, заражайте и заряжайте людей своим позитивом. И помните, что от того, насколько вокруг Вокруг вас будет больше позитивно настроенных людей, тем быстрее наступит момент победы. Так, ну бачите, пане і все Павло за від нас. Так, ми кожен на своєму місці робимо максимально те, що ми да. можемо. Так зараз е, об'єдналися українці. Зараз усі розуміють наскільки і обнялись, це важливо. Я і обнялись, і об <с? <с?> так. обійми теж важливо, як сьогодні сказав пан Павло. А повірте, пан Павло бачить людей кожного дня, таких яким треба допомоги, яким да. які цього потребують. Тому вам можна вірити і довіряти. Ми це знаємо, пане Павло. Дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нас що так допомогли зрозуміти, що для нас важливо зараз, для того, щоб психічний стан він стабілізувався, кому це потрібно. Ну я думаю, в більшості, мабуть, це взагалі необхідно зробити і пам'ятати про те, що треба, треба все одно розуміти, що поруч біля нас ті люди, яким ми можемо допомогти, навіть просто обійнявши. Тож дуже дякую, ми будемо чекати вас ще в нашій студії. А ми зустрінемося декілька хвилин.